Если вы создали волнение, разумно будет... Ama hali hazırda kaybettim. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Hiç farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Yardım edin! Тебе не победить! Со мной, Аллах! Тебе не победить! Он жив, да?
sakinle kalan Santaster. Ye. Ay yuhal. Да примет Аллах. Эни, эни. Бельки пашин да визна на алиазу да хайбетсин. Да примет Аллах. Асана. Будет прокинь. Эни, эни, примет Аллах твою лишь ненитель. Seni gözün kapalı bile yeter. Anta da tabi o tarif. Перед тем, как лезть в драку. Ина готет. Фюре дэн готет. Вот я немал вергебен. Вернись. Бен дэнке готет. Он хочет драться с нами. Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Глупец, ты не понимаешь, что уже проиграл. Вот и смешнее, Дуна. Kannst nicht siegen. Unverteidigt. Wirst deine Strafe nicht bekommen. Не приближайся. Подождите, я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать.
О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Роберт. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Роберт, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин! Bin die Rache Gottes! Du machst es nur jetzt heilig, aber du hast bereits deine Strafe nicht entkommen! Bin die Rache Gottes! Puisque tu y tiens, je vais t'achever! Erbärmlich! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Nur mir! Gott! Glaubst du, du kannst mir erklären, das noch nicht wissen? Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Erbärmlich! Время для игр закончилось! Метательные ножи поражают врагов издалека. Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Tu me fais perdre! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Puisque tu y tiens! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Tu me fais perdre! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts gegen! Rends-toi! Je vais t'achever! Du hast es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Je vais mourir. Je te tiens. Soit. Tu me fais perdre mon corps. Je vais mourir. Soit. Tu me fais perdre mon corps. Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. C'est trop facile. Puisque tu y tiens, je vais t'acheter. C'est trop facile. Du magst es nicht mit mir, du kannst nichts gegen. Tu me fais perdre mon temps. Tu n'es pas à la hauteur. Tu me fais perdre mon temps. C'est trop facile. Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts siegen! Schatz! Ja! Gott wird dir niemals vergeben! Oh.
bin die Rache Gottes! Erbärmlich! Tu n'es pas à la hauteur. Je vais mourir. Ma colère sera terrible. Je vais t'étriper. Gott ist mit mir, Donna. Du kannst nicht singen. Tu ne peux pas m'échapper. Erbärmlich. Du magst es noch nicht. Tu me fais perdre mon sang. Er war ein Diener Gottes. Bin die Rache Gottes. Tu n'es pas à la hauteur. Gott ist mit mir. Nicht tu n'es pas à la hauteur. Tu me fais faire dans mon temps. C'est impur. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Bin die Rache Gottes! Erbärmlich! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Erbärmlich! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren, du Narr! Du kannst es nicht siegen! Du wirst deine Strafe nicht entkommen! Stell dich seinem göttlichen Urteil! Er war ein Diener! Bin die Rache Gottes! Du bist der Teufel! Er war ein Diener Gottes! Höre den Zorn Gottes! Du bist der Teufel! Er war ein Diener Gottes. Stell dich seinem göttlichen Urteil. Erbärmlich. Конец, как, впрочем, и тебе.
Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить 9, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Ну, его нашли не 9, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин! Сегодня. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит... Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Tu ne m'échapperas pas, puisque tu y tiens. Je vais t'achever. Tu veux mourir? Soit. Tu me fais perdre mon vie. Que le Seigneur ait pitié. Je vais te trancher la tête. Tu veux mourir? Bin die Rache Gottes! Puisque tu y tiens, je vais t'achever. Tu veux mourir? Soit. Tu veux mourir? Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Je vais te trancher la tête. Ma colère sera terrible. Je vais t'étriper. Tu vas me tuer. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Время для игр закончилось. Ah!
Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе! Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. Значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя урезонить. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Слушай,
О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они, но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Ты... Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Ты не устал?
Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь? Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Он наш свет, он наш путь. Тебе все равно не уйти! Не прошел путем! Не отставать! Вы потеряете его! Вернись сюда! Ха-ха!
Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Робер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо, но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Здесь столько невиновных. Нельзя причинять им вред. Ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Альтаир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательство чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Со мной. Или боишься? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Ah!
Последние слова. Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело, но... это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... иллюзии! И только они! Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ты слеп, Альтаир, как и был всегда, и всегда будешь. Клинок видит за меня, Альмуаль. Он пронзит тьму.
Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестнице. Ты слеп, Альтаир, как и был всегда, и всегда будешь. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Ты слеп, Альтаир, как и был всегда, и всегда будешь.
Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. Ты предал я сердце мое тому. Если вас обнаружили во время битвы, используйте... Ты слеп, Альтаир, как и был всегда, и всегда будешь. Мой клинок видит за меня, Вуали. Он пронзит тьму. Но как? Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. Ты предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь ее! Уничтожь, как я и сказал! Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. Готово! Черт, что это было? Ну? Карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали.
Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Что за черт? Боже! Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит?